Всем привет! Бегала сегодня в магазин за дихлофосом. Ну и, короче, мужик рыбу продавал. Я ее купила. Вот. Три карася вот таких вот. Приличненькие они. Почистила я их уже. Сейчас хочу пожарить. И толстолобик. Ну вот, я не буду его с этого. Большой он все-таки. Не знаю, сколько по весу. Ну, короче, вот это у него остатки были. За 100 рублей взяла. Я думаю, что это недорого. Три карася приличных. Вот. И толстолобик плюс еще к этому. Хочу сейчас пожарить. Просто вот обмакать в этом и пожарю в муке. Принесла арбуз, который я вырастила. 7 килограмм. Не знаю, вот одна, конечно, я его не осилю съесть, наверное, я так думаю. Поставлю в холодильник, но хочу арбуза. Конечно, для меня это много, но сейчас буду резать, чё ж, хочется ведь. Так, ну ладно, раз уж начала я тут. Не знаю, зеленый, спелый, понятия не имею. Сейчас посмотрим, какой. Просто я уже какой день хочу его. Ну, ой, а что-то отрезал неровно. О, красный вообще, класс, да? Ой, Любочка, какая же ты молодец, блин, вырастила арбуз. Я вот семена с него оставлю опять. Я каждый раз беру новые семена. Вкусный. Значит, буду есть. Вот так вот. Сладкий. Ой. Объедение, короче. Ну, придется съедать мне хотя бы за 2 дня его. Цыганский сабантуй. Это 3-й или 4-й день. Это кошмар какой-то. Вот так в соседях иметь цыгане. Вечером до 12, до часу ночи, а то и до утра, по-моему, сегодня играла музыка на всю катушку. Кошмар, короче. Телевизор вечером даже не посмотришь, все надо закрывать. Что-то я захотела перловой каши. Вот я ее уже отварила, первый раз промыла под чистой водой и поставила варить уже до конца. Не знаю, мне очень захотелось перловую кашу. Вот решила сделать ее для себя. Вот. Сейчас поджарю лук, морковку. Надеюсь, будет вкусно. Но еще не солила. Все, кашка моя готовая. Пожарила туда лучок, пожарила морковку. Все в еще вместе на сковородке сюда добавила. Не знаю, что-то очень захотелось мне, я иногда делаю. Во-первых, она очень полезна все-таки, холестерин убирает. Вот. И для похудения она тоже хорошо. Так, ну что еще хочу сказать? А, я добавила 2 кубика бульона говяжьего сюда. Вкусная каша получилась. Прелесть. Вот так вот. Пробуйте, делайте.